Погоди. Стоп. Получай! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжим с вами банановые перестрелки в игре My Friend Pedro. Продолжаем игру. Сегодня нас ждет много эпичных сцен, которые буду я исполнять без трюков, без трюкачей точнее. Трюки без трюков. Это когда ты делаешь вид, что ты исполняешь какой-то трюк, но в итоге трюка никакого и нет. И ты просто усиленно делаешь вид, что ты крутой. Ставлю на кон печеньку, что ты не сможешь пинком отправить этот мяч в то кольцо. Стоп! Если ты ставишь на кон печеньку против меня, то будь уверен, что ты печеньку проиграешь. Хорошо, так, значит, пнуть. Я просто разминался. Банан, ты думаешь, что? Значит, вот так должны. Ага, вот так она отскочит. Есть! Сейчас, у меня, погодите. Что-то не так. Кажется, я потерял уже две печеньки, ребят. Вот так! Вот, давай! Он съел все печеньки. Урод. Я понял, как это надо делать. Давайте попробую еще раз. Чётенько! Мне кажется, или что-то чётенько не получается? Почему? Ребят, почему? Значит, пнись. Куда ты поехал? Стой. Ага. Вот сейчас, по идее, то, что надо. Эта линия вообще неправильно показывает, друзья мои. Совсем неправильно. Ну, наконец-то. Все. Первый трюк удался. Ладно, удвоим ставки. Ставлю, что ты не сможешь вырубить вон того парня этим мечом. Печеньки. Вы мои будете. Воу. Чтобы выбрать разные цели. Окей, я помню про это. Все, хоп. Да как так по мне попали? Да что ж такое? Что-то плохо получилось, стоп. Сейчас, я немного подзабыл, как играть в эту игру. Все, теперь я вспомнил. Хоп. Вот так мы делаем, чтобы прыгнуть. Тихонечко. Так, сразу фиксируем цель. Нет! Простите, ребят, что-то вообще как-то не везет. Так, я убил. Я их всех убил, хорошо. Так, зафиксировали. Вот так и пошли. Вот, все, Евгений наловчился, он знает. Shift. Кто еще? Выходи, не бойся. О! Есть. Иди. Блин. Я сказал банан, а не блин. Так, прыгиваем. Ну и ну. Ему понравилось или нет? Я не понял, что это значит вообще. Что значит ну и ну? Воу! Хорошо, я так. Почему не запрыгнул? Почему не запрыгнул, не зацепился? Давай, цепляйся. А, фиг там. Давай, урод. Впервые в жизни я по-настоящему испытываю стыд за свою игру. Все, больше нет его. Есть только уверенность. Есть только экшен. И смерть. Почему? Я что, взорвался на чем-то? Я там, видимо, на чем-то взорвался, да? Ладно. Ребят, я правда стараюсь. Вы можете не верить мне, но я стараюсь, как могу. А, точнее, нет, я не стараюсь. Потому что если я стараюсь, то я вообще плохо играю. Но я-то не стараюсь. Все, я понял, да, я не заметил канистры. Я такой невнимательный. Прикольно был взрыв. Значит, давайте. Выходим, ребят. Ой, плохо зафиксировал. Оп. Хорошо, неплохо. Кто еще? Смотрите, он такой... Кто здесь? Кажется, кто-то идет. Кто-то стреляет. Ну-ка, я могу запульнуть эту голову? Хо-хо-хо-хо-хо. Пошли. Хорошо. Вот так. Танец смерти. А-а-а. Ничего так, мне понравилось. Так, я попаду в него. Ого. Есть. Стоп. Один тут. А, их тут двое. Нет, обоим. Сейчас. Напнуть. Он жив?
Все. Как там выбрать? Пистолеты. Фух. Я и забыл, что патроны заканчиваются. Как-то не обратил на это внимания. Тот чувак уже мертв. Здорово. А как мне? А, я понял. Решили меня обмануть. Решили меня смутить. Конфуз, да? Чтобы случился. Так. Пробиваем. Блин, они все-таки падают. Боже мой, боже мой! Ладно, ладно. Давайте обратно наши УЗИшки включим. Здорово. Есть кто? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Не ожидал. Пардоньте, ребят. Я как-то так в суматохе попытаюсь разобраться. А вот все и погибнут. Хорошо. Да! Ладно, все, не будем торопиться в этот раз. Итак. А, вот он, вот мы где. Хорошо, релоуд. Ну давайте. Сюда и пошли. Да почему не попадают сразу? Воу-воу-воу. Защити меня, ящик! Не защищает он меня! Я постараюсь, как могу. Хорошо, хорошо, хорошо. Тихо. А. Вот так! Да. Включаем в себе Нео, друзья, потому что если режим Нео не включен, ты не сможешь, как в крутой матрице, всех убивать. Хорошо. Я понял, как это сделать надо. Аккуратненько. И вот так. О-хо-хо. Погодите, погодите, погодите. Get over here. Или там не то сказал, кажется. Кажется, Нео так не говорил. Погоди, 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 погоди. Стоп, 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 стоп. Получай. Оп. Уза. Нет? Хорошо, давай еще разок. Ты просто торс. Стоп, патроны обязательно надо взять. Как там у меня дела? 95 тысяч очков. Это много очков, ребят, я вам так скажу. Перед вами идет тот, у кого много очков. Понятно? А-а-а, сейчас, секунду, секунду. Все, зажать, чтобы увернуться от пули. Это я сделал, это я сделал. Это я умею. Так, теперь на другую лестничную клетку. Здорово. Ты так считаешь, мужик? Здорово. Ух. Давайте, катимся, Соник пришел. Смертоносный Соник. Почему я продолжаю кататься, твою мать? Нехорошо как-то. Есть, уровень пройден. Ну, пожалуйста, хороший рейтинг. Слабовато. Ладно, ладно, следующий. Следующий попробуем. Мне, наверное, простите, нужно просто расслабиться. Вау, мы вышли на улицу, наконец-таки. Это прям уже город, все, из подворотни выбрались. Ага, мы на месте, элитный ресторан Митча Мясника. Я тебя понял. Может, заодно прихватишь что-нибудь на вынос? Стейк? Я бы хотел пожрать стейк. Напнуть! Хорошо. Что это? О, я не знал. Я не знал, ребят. Может, так сделал даже? Нифига, прикольно. Как много возможностей в этой игре. Уворачиваемся от пуль. Уворачиваемся от пуль. Пробить. Вот так. Спрятаться. Тихо, ребят, сейчас перезарядимся и начнем играть дальше, окей? Хорош, хорош, отлично, мне нравится. Надо ловить ритм музыки. Вот так, как-то так. Ой, прокатился. Так, крутись! Перестань крутиться! Что за... что за лаги? Так, хоп. Так. Вот так, подпрыгиваем нормально. Плохо зафиксировал, кажется. Почему он не подыхал? Просто не подыхал и все. Стоп. Стопэ. Вот, кажется, смерть пришла за ним. Неплохо, неплохо. Продолжаем. Нужно, чтобы...
эти, как их, комбо, всякая эта фигня сохранялась. А! Просто фигачим их всех, есть. Надо обязательно жизнь поднять. Как и в моей реальной жизни, мне надо поднять жизнь, а то я живу как бомж. Стоп. Так, все, кажется, комбо сбросилось. Но ничего, ребят. О-о-о-о! Кия! Сказал я! Ух! Неплохо. Да? Да, нормально. Главное, патроны подбирать, не забываем. Фантастика! Тащись! Стоп, 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 стоп. Как-то так! О-о-о-о! Вот это было прям действительно круто. Евгений оценил. Я с тобой, я с собой тебя возьму, сковородка. Иди за мной, сказал. Блин, в ящиках ничего нету почему-то. Хорошо. Так. Открываем. Да что за лаги? Ну ладно, не знаю. Не работает оно так. Во, что-то новенькое. Побежали. Шмяк. Мне не нравится это. Может быть, надо просто выстрелить? О, блин. Я зря это сделал. Теперь я понял, что я зря это сделал. Я должен был вот так прокатиться. И теперь... О! Все, меня здесь нет. Мне придется здесь сражаться, да? Ага. Смотри, как ножкой изящно бью. А! Так, отвернись. Отвернись. Нет, тут нету. Меня здесь нет. Давай, 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 есть! Not bad. Я сказал, не кровать, типа. Not bad. Это не кровать. Стоп! Сражаться, сражаться без перерыва. По яйцам. О, ребят, неплохо. Мне нравится, как у меня получается. Так, не надо сюда стрелять? Нет, не надо сюда стрелять. Ну, ну и ну. Почему я не спустился туда? Ладно. Все-таки надо было это нажать. Лифт. Выходи, сэр. Все, он чисто. Мы его убили. Нет, я пошутил. Они друг на друге завалились. У них все такие цветастые костюмчики. Какие-то вы модненькие, как и я. Зачем мы сражаемся, непонятно. Потому что мы разную моду придерживаемся. Так, уровень пройден, есть. Схалтурина. Не понимаю, как набрать нормальную очку. Ладно, давайте попробуем спидраном идти, но при этом всех убивать. Долго не думаю. Это... Готово, босс. Все прогружено, можно отправляться. Погружено, точнее. Не прошло и года. И к моменту моего возвращения со сбежавшим мешком с мясом тоже должно быть покончено. Чтоб вас, халтурщики. Окей. Иногда мне бывает действительно обидно. Посидим пока тут, музыку послушаем. Смотри, сверху лестницы стоит мотоцикл. Вот наш шанс на побег. О, черт, смотри, это мешок с мясом. Поднимай тревогу, надо его схватить. Да, мы сейчас будем на мотике ехать. Так, ага, мы можем менять полосы. Это хорошо. Так, подпрыгнуть. Воу! А как мне? А, я могу только по прямой здесь стрелять. Воу! Понятненько. Воу! Здесь, к сожалению, уже, получается, нельзя фиксировать. А-а-а! Охренеть! Не ожидал такого экшена. Опять же, это все как в Матрице, давай. О, ты можешь, ты избран. Только ты и избран. Так, зажми, прыгни, встань. Зажми, встань на заднее колесо. Воу! И прыгаем! Охренеть! Давай, лови его! Черт, его можно подбросить будет, смотрите. Давай, 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 выпрыгивай. Теперь подпнуть.
А, не получилось, ну ладно. Да сколько вас там сидит? Сражаться. А, аккуратней. Блин, вот это драйв. Ох, аккуратней, ребят. Что ж вы такие неаккуратные? Вот, смотрите. А, он сумел баланс найти таки. Вот так, давай стреляй. Перезаряжайся, чем ты перезаряжался? Странная игра, что-то подлагивает какие-то моменты. Портит весь кайф. Хотя у меня самый мощный компьютер в мире. Не понимаю. О, а мы можем вперед сделать? Сальто вперед. Почти что получилось. Попробуем. Ой. Хорошо. Давай на машину. Есть. Ха-ха. Давай, давай, еще раз. Давай, 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 давай. Черт меня дери. Ну ладно, тоже неплохо было. Так, изрешетил двоих. Оп. Подпрыгиваем. О, на перекладину ударился. Забавно, играешь в такую игру, ты знаешь, что это все не по-настоящему, но так весело. И прям, ты не можешь об этом не думать, как будто бы это ты. Ты представляешь себя вот этим чуваком на мотике. Это я, ребят. Это просто запись с камеры видеонаблюдения. Да, это я ехал по Садовому кольцу в туннеле. И такой вот делал все эти вот дела. Да, я крутой. Девчонки. Ну, вы знаете, да? Добавляйтесь, друзья, в ВК. Пишите, я отвечу. Оля смотрит наверняка это видео. И такая думает, да, Женек, кого-то обманываешь. Ну давай, умри уже, говно. Вот, есть. Все, время. Эй, аккуратней. Мотоциклистов надо уважать на дороге. Да, мы иногда выскакиваем внезапно из слепой зоны. Но мы свободны, в отличие от вас. Что вы хотите? Посмотрите, они поставили отснятый бэкграунд. Они подставили криво отснятый бэкграунд. Что за фигня, где гора? Она резко исчезла, превратилась в море. Или что это, долина? Долина хреново отснятых бэкграундов. Есть! Хорошо получается, я вам так скажу. Воу! Я даже не видел, чтобы я тебя обогнал, мясник! You gonna die! Кстати, решите им, парня. Как уворачиваться? Иди сюда, придурок. Фига у него хп. Ой-ой-ой. Нельзя. Сальто вперед. Как так? Нет. Отключить фокус. Кажется, его помощники идут. Так, отходим. Слушай, это невозможно. Как увернуться от этого говна? От этого невозможно увернуться, ребят. Я пытаюсь. Я вперед еду, назад еду. Их надо было стрелять, понятно. По ним надо стрелять. Все, теперь я понял. Нифига, я сразу как ему отбил. Есть, есть, есть. Надо тоже говорить замедленно, когда замедляешь время. Мы с вами победим его. Все, хорошо. Так, ты поплатишь за то, что ты сделал с моим рестораном. Я поставил плохую оценку его ресторану на TripAdvisor, ребят. Он обиделся. Но там был волос, понимаешь? Там был волос. Причем твой, кудрявый. Хотя ты вроде как не очень-то волосатый чувак. Я не знаю, откуда этот волос. И это мне не понравилось. Уж простите. Что ж такое, да? Высовывайся. За то, что ты подкинул волос в мой стейк, я подкину свинец в твое тело. О, хорошая фраза, да? Эпичная фраза получилась. Невелика потеря. Надо ненадолго затаиться. Отправляйся в нулевой округ. Там днем с огнем никого не встретить. Посидим там, пока все не успокоится. Абсолютный восторг. Абсолютный восторг. Посмотрите на этих людей. Они просто улетают от восторга. Посмотри, вот у него. Он просто... О май гад, какой восторг. Он просто такой...
Как вот эти итальянцы делают, что-то... «Ма брависсимо!» И все, пошел рассказывать своим друзьям. Это самый лучший, да, видимо, у нас. Самый лучший трюк был здесь. Я не знаю, что в нем такого клевого. В общем, ребят, это на сегодня все. Это конец на сегодня. Но не навсегда. В следующий раз мы поиграем с вами в эту игру очень скоро. Если вам она нравится, то шлепните лайк обязательно. Мне очень нравится эта игра. Прям чувствую себя драйвово. Вы, кто бы мог подумать, да, что я, Евгений, вот вы смотрите меня, думаете, ну вот сидит летсплей, описывает, а умеет такие трюки делать и так круто убивать людей. Ну вот, ребят, вот иногда талант открывается внезапно. Огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Я сейчас сильнее подавлюсь, слишком много болтаю сегодня. С вами был Юджин, и всех люблю. Муа, обожаю, целую, обнимаю и, конечно же, Петюля. Вы готовы? Петюля, вот, это я, это раз, два, три и пять!